Эпатаж как тенденция президентской гонки. В условиях досрочных выборов, результат которых всем известен заранее, кандидаты получают удовольствие от участия. О своем желании баллотироваться в третий раз заявил сегодня антикоррупционер Жексыбай Базильбаев. Ведь, по его словам, править ему на роду написано, а точнее в гороскопе. Кроме того, кандидат пообещал своим избирателям пятикомнатную квартиру за 7-го ребенка и отмену налогов для лиц, достигших 73 лет. О своих прошлых заслугах Базильбаев предпочитает скромно умалчивать. В 99-м и 2005-м он отказался от своих голосов в пользу Назарбаева. Повторится ли сценарий в третий раз, Жексыбай Абишевич не рассказал. Отметил, что это и есть главная интрига его агиткомпании.